Всем привет, ребят. Вот нашел дом с заброшенными тачками. Просто стоят никому не нужные. Nissan Cedric, причем VIP комплектация. Стоит и никому он не нужен, бедняжка, даже на номерах. Хозяин, может, вообще уже не живой. Кто его знает. Заходить не могу на территорию, так как чужая могут вызвать полицаев. Вот отсюда снимаю. Офигеть, конечно. Он, наверное, на ходу, скорее всего. Вот так вот. А вон стоит еще Suzuki Alto Works. Это типа тюнинговый, белый. Офигеть, конечно. Всем пока.